Братва, сумеете ли вы ровно за 3 секунды поставить палец вверх под этим роликом? Если успели, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Я пропустил самое главное событие, которое у нас появится совсем скоро в игре. Это Лига Чемпионов. Но прежде, я сегодня хочу для вас разыграть аккаунт в прямом эфире. Либо завтра в ролике в конце вы сумеете найти результаты. Для того, чтобы вы могли принять участие, вам нужно все лишь подписаться на мой канал, поставить огромнейший палец вверх, написать в комментариях: «Владос, хочу этот офигенный аккаунт». Также обязательно быть подписчиком моей странички в Инстаграме, либо моего телеграм-канала. На выбор, что вам удобнее, то и делайте. Все условия я буду проверять с помощью программы. Если что-то не выполнили, к сожалению, я дам другому человеку ваш приз, который могли получить именно вы. Так что обязательно подписывайтесь, лайкайте и комментируйте этот ролик. Все будем проверять. Ну а сейчас, что вам хочу рассказать. Совсем скоро в августе у нас возвращается Лига Чемпионов. Многие из вас понимают, что Лига Чемпионов — это, пожалуй, может быть одно из самых крутых событий. Ведь там собираются самые сильнейшие команды. И с помощью того, что там собираются самые сильнейшие команды, мы сумеем получить одних из самых сильных игроков, которые нам нарисуют eSports. Ну, карточки, соответственно, игроков. Если, конечно, eSports темно, именно поднаберут и создадут интересное событие, которое было хотя бы в прошлой версии у нас FIFA Mobile, тогда Лига Чемпионов событие пройдет у нас не зря. Хотя, конечно, eSports могут поступить совсем некрасиво и, знаете, сделать вместо того, чтобы выпускать события, могут обычный набор сделать, но это будет как-то по-тупому. Мне кажется, то, что будут у нас события, и в этом событии у вас будут шансы получить не только элитных игроков, а еще и мастеров. В чем огромная прелесть, то что чаще всего eSports нам дарит игроков с рейтингом 98-99, а возможно, сатанчик нам подарит. Ну, сатанчик, конечно, пока непонятно. Все зависит от того, будет ли у нас именно удаление наших составов. Если не будет удаления составов, конечно, они вам рейтинг 100 подарят. И мне кажется, еще и прайм кумира вам на халяву дадут. Но не в событии именно Лиги Чемпионов. В другом событии вам eSports прайм кумира 100% одного хотя бы дадут. Да, даже если дадут рандомно, но все же они могут нам подарить прайм кумира. Так что на это мы тоже должны надеяться. И возможно, у нас все получится, мы сумеем получить тоже прайм кумира. Хотелось бы, конечно, чтобы было как в прошлом сезоне, когда нам дали на халяву получить Рональдиньо. Если в этом сезоне eSports просто-напросто берут и продлевают ваши составы, и новый сезон начинается чисто с нового дизайна, тогда все, конечно, печально, и вряд ли вы рейтинг 100 так сумеете прайм кумира на халяву получить. Но вот если, конечно, будет у нас именно удаление, тогда все будет четко, и этот сезон мы закончим с хорошими игроками, когда у нас, например, выйдет после события Лиги Чемпионов события ретро-звезды, события, которые еще связаны с хорошими воспоминаниями у нас. Это межсезонье. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся большой футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий. И не только спортивных, также еще киберспортивных. Так что как можно скорее, пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. Самые дешевые монеты можно купить у меня или на сайте ММО по ссылке в описании. А мой промокод подарит вам 10% скидки и бонуса к вашим монетам. Возможно, еще какие-то события нам eSports добавят, но хотелось бы, конечно, чтобы уже закончился данный сезон. Мне как-то этот сезон пока что не вкатил. Возможно, я не прав, но хотелось бы уже что-то такое новенькое, чтобы мы сказали: «Воу, вот-вот, eSports». Вот это то, чего мы хотели, а не то, что пока что мы перед собой наблюдаем. Знаю то, что я жалуюсь, да, конечно, это вот мерзость, когда от меня идет, типа в сторону eSports, но я критикую eSports именно за то, что они делают. Если они, конечно, делали бы это все хорошо, как у нас было в прошлых сезонах, тогда я бы, конечно, вообще никогда, ни в коем случае не сказал бы ничего плохого насчет одного из событий. Также, возможно, у нас будут турниры. Вот, грубо говоря, вы задротите в игроке месяца, там 30 матчей вам нужно отыграть, но показать, насколько вы крутой человечек, который умеет играть в режим атаки по максималочке. Соперники, которые вам попадаются, конечно, такой жесткий рандом, бывает на плюс 10, на плюс 15, плюс 20 овер выше, либо ниже, да. Есть, конечно, рандом в чем-то плюс, в чем-то минус. Специально сделано так, чтобы вы, ну, первый раз не сумели сделать 26 побед. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько побед у вас получалось сделать максимально именно в событии игрока месяца. Интересно узнать. Ну, а пока самые такие понятные варианты, которые у нас будут, если выходят события Лиги Чемпионов, вы зарабатываете себе монеты, тренировочный опыт, также усиление навыков и игроков, элитных мастеров. Рейтинг 100 не гарантирую, потому что, ну, кажется, зажлобятся. Вот что-то они жлобятся в последнее время. Не понимаю, конечно, почему они жлобятся, но как-то уже, грубо говоря, сезон заканчивается у нас, и я не понимаю, что дальше может у нас быть.
Ладно, давайте пока что я перейду на аккаунт своего подписчика. Мы прямо сейчас вместе с вами заберем игрока с рейтингом 98 и откроем 16 наборов. Проверим, что же мне все-таки сейчас выпадет. Так, начинаем открывать. Пошла жара. Набор Атлантиды. Первый набор, 88. Хорошо. Открываем дальше. Как вы думаете, сумели я сегодня получить карточку Джорджинио? Рейтинг 88. Что-то такое, два подряд игрока с рейтингом 88. Может быть, сейчас еще и мастер выпадет? Мне, кстати, максимально высокие рейтинги в этих наборах не выпадали. Обидно, однако. Обидно, печально, но я все же надеюсь на то, что повезет мне, и сейчас я выбью жесткого игрока. Давай. Усиление навыков. Хорошо, пойдет. Вербич мне уже выпадал. Ну, норм, норм, мастера мы сумели словить. Но все же я жду Джорджинио, я обязан его словить. Мы вместе с вами вынуждены словить этого игрока. Давай, рейтинг 96. 89, хорошо. Открываем, есть еще наборчики, есть возможности. Набор Атлантиды. 400 тысяч монет. Хорошо. Монетки получаем. Идем дальше по красоте. Остался рейтинг 87, и после этого это, мастера должны выпадать нам уже. Давай, давай, 87 выпадай. Как думаете, есть ли у меня и правда шансы получить игрока с рейтингом 90+. Одного мастера мы уже вместе с вами словили. Смотрим, что будет дальше. Усиление навыков. 600 жетончиков осталось. Давай, 87 выпадай, и после этого должны мастера выпадать. Есть, 87. И прямо сейчас я открываю, мне здесь мастер выпадет с рейтингом 91, либо 92, возможно 96, либо 94, я точно не знаю, но должно быть супер круто. Ладно, закрываю глаза. И Вербич, блин, я Вербича уже получал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, ладно. Это не есть плохо, но будем дальше, будем дальше. Лопнуть пузыри. Так, задача у нас выполнена. Давайте заберем игрока с рейтингом 98, Адуриза. Так, Адуриза мы получаем, 98 на. Большое-пребольшое моему подписчику спасибо за то, что прислал мне возможность открыть у себя на аккаунте. Thank you very much. Мне очень приятно. Усиление навыков. Так, два набора последних остается. Сумеем ли мы еще одного мастера получить? Фух, пожалуйста, давай, мастер, выпади. Набор Атлантиды. 300 тысяч монет. Последний шанс, я вас прошу, яшники. Давайте, ну, не будьте скотами. Да ну нахрен. Последний аккаунт, где я могу открыть наборы. Марк, огромное-преогромное спасибо. Также мне подписчик прислал аккаунт с Инстарамом. Друша, огромное тебе спасибо. Это был предыдущий аккаунт, я сейчас открываю. Бонусный пузырь. Хотелось бы очень сильно, чтобы мастер мне выпал с рейтингом 96. Я не знаю, как его получить. Рекордное количество именно наборов мы открываем сегодня. Не знаю, кто-то больше открывал наборов или нет, но я стараюсь по максималочке. 500 тысяч, я открываю, я готов. Я уверен, то, что мы сумеем. Набор Атлантиды есть, рейтинг 90 П, хорош. Пока что одного мастера мы сумели словить. Идем дальше, посмотрим, сколько еще мастеров я сумею сегодня словить. Набор Атлантиды. Усиление, хорошо, усиления тоже пойдут. Сегодня играет Манчестер Юнайтед Саутгемптон. И с помощью моего промокода КАПУСТАФИФА вы сумеете получить до 100 бачей моих друзей в OneX. Сканируйте QR-код и получайте офигенные бонусы. Мы обязаны двигаться по красоте. Набор Атлантиды. 400 тысяч монет. 9 наборов у меня осталось. Я не знаю, я обязан сделать так, чтобы мне фартануло. Я просто обязан. Открывайся быстрее, прошу тебя, а то камера разряжается. У меня, конечно, один прикольчик в камере, то, что 16 минут только записывают, раньше по 25 минут записывало, но там качество было хуже намного. Есть 88. Сумеем ли мы еще одного мастера хотя бы выбить? Просто последнего мастера я обязан получить. 400 тысяч монет. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я для вас записывал, что вам интересно было бы посмотреть. Так, усиление навыков. 5 наборов остается. Ровно 5 наборов. Мы должны. Есть, 91, Вербич. 4 набора. Совсем чуть-чуть осталось. Так, лопнуть пузырь номер 1. Задача выполнена. 300 тысяч монет.
Три набора остается. Все, сейчас должно все решиться, сумели я последнего мастера получить или нет. Ребята, напоминаю, я сегодня разыграю для вас, либо завтра у себя в ролике, аккаунт, который вам обязательно пригодится. С вас лишь подписка на мой канал, лайк и абсолютно любой комментарий. Также быть подписчиком моей странички в Инстаграме и добавиться в мой телеграм-канал. Это супер изичные условия. Все, последний набор. 100 жетончиков я трачу. Осталось ровно 30 секунд у меня в камере, чтобы я сумел... Ах, все. Давайте прямо сейчас Адури заполучим, и я с вами попрощаюсь. Все. Огромное-преогромное спасибо каждому из вас. Огромное-преогромное спасибо каждому из вас за просмотр. Лайкайте, комментируйте, будьте подписчиком моего канала, и я буду вас радовать каждый день контентом. Все. Всем вам до скорых встреч, всем вам пока.